Стоимость проезда в городском общественном транспорте выросла. Теперь проезд во всех автобусах, за исключением маршрута номер 51 Ноябрьск-Ивангопуровский, стоит 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при безналичном расчете. Стоимость поездки в отдаленный микрорайон составит 112 рублей при оплате наличными и 105 по карте. Проездной билет на месяц можно будет приобрести за 1300 рублей.